Gopijana vallabha giriradarim Yashoda nandana brajajana ranjana Yamuna tira vanachari Yamuna tira vanachari Jayurata madhava Кунджа Бихари Гопи Джана Валабха Гири Варадари Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана Ямуна Тира Ваначари Ямуна Тира Ваначари Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, дорогие друзья, мы продолжаем бесподобную Гопалачампу, его божественной милости Шрила Джива Госвами Прабхупады. Мы читаем 33 главу. «Исполнение всех желаний» называется глава, третью часть, достаточно большая глава, и мы надеемся с третьей части уже закончится глава. Мы продолжаем с того места, где остановились. «Мучимые Камсой, мы все разбежались, кто куда». Но по воле провидения вновь вернулись домой, дорогая сестра. Шримад Бхагаватам 10.82.21.
Согласно утверждению Васудевы, спустя какое-то время после смерти Камсы, почти все потомки рода Бхарат сойдутся на Курукшетре. Собрание Брама уменьшится собранием великих преданных, включая Юдхиштхиру и Уграсену. Конечно, ты также будешь там. Жители Враджа тоже приедут туда из желания встретиться и увидеться с тобой наедине. Кришна спросил, утирая слезы, что же будет потом? Нарада отвечал, как вода, нагретая солнцем, охлаждается луной, как лес, сжигаемый огнем, тушится дождем, как отравленная вода была очищена тобой, так жители Враджа, разлученные, оживут при встрече с тобой. Кришна спросил сдавленным голосом, что будет дальше? Твои мать и отец, братья твоего отца, друзья, слуги, родственники и другие встретятся с тобой. Они полностью сосредоточатся на тебе, но ты, любящий их всех, не сможешь отдать кому-то одному предпочтение. Ты будешь стоять там, скрывая прему. Все они будут дороги тебе из-за их особых достоинств. Кришна спросил сдавленным голосом, что будет дальше? Твои мать и отец, братья твоего отца, друзья, слуги, родственники и другие встретятся с тобой. Они полностью сосредоточатся на тебе, но ты, любящий их всех, не сможешь отдать кому-то одному предпочтение. Ты будешь стоять там, скрывая прему. Все они будут дороги тебе из-за их особых достоинств. Когда ты увидишь их, из глаз твоих польются слезы. Когда они увидят тебя, их слезы будут душить их, проникая в самое сердце. С месяца Вайшакха до сезона дождей жители Враджа будут оставаться там, взирая на тебя немигающими глазами. В конце сезона дождей Нанда и другие будут стоять там молча, но с почтением наблюдая великую привязанность в сердце Васудевы и других. Они начнут прославлять тебя, принимая помощь Баларамы, Утавы и Рохини. Ты посоветуешься с жителями Враджа в уединенном месте о том, как увидеть Вриндаван. Раздумывая и решая, что делать, затем, успокоив Нанду и Враджаваси, ты отошлешь их обратно в Матхуру. Шукадева Госвами говорит об этом, затем Васудева, Уграсена, Кришна, Утава, Баларама и другие исполнили свои желания и подарили Нанде драгоценные украшения, отличные ткани и ценные предметы. Шримад Бхагаватам 10.84. 67-68. Эти пастухи, все посвятившие лотосаокому Кришне, хотели, чтобы он вернулся. Мой разум не способен описать их состояние во время отъезда во Врадж без Кришны. Я не стану описывать это. Кришна сказал, пожалуйста, опиши мое состояние.
Ты вернешься в Двараку с Курукшетры, Ютиштира пригласит тебя на Раджасую Ягью через меня, и ты поедешь в Индрапрастху. Приехав туда, ты прославишь Биму и его братьев за победу над всем миром и убьешь Джарасандху руками Бимы. Ты освободишь заточенных в тюрьму царей, удовлетворишь Ютиштиру и совершишь жертвоприношение Раджасуя. Вот как наступит смерть Джарасандхи. Я пленил Джарасандху, а затем отпустил его. Если я сейчас убью его, это не будет столь славным. Думая так, Кришна убил демоничного Джарасандху с помощью Бимы в справедливой битве. Ты восстановишь зрение царей, ослепших от рабства, заточения в тюрьме Джарасандхи, явив им свой облик. Победив всех царей посредством Ютиштиры и подчинив их, ты затем убьешь других на жертвоприношение Раджасуи, царя Ютиштиры. На жертвоприношение царя люди, браманы, на жертвоприношение цари, люди, браманы, мудрецы, небожители, главные полубоги, Риши, Брама и Шива, зная, что у Господа множество форм, увидев тебя, забудут обо всем. Совершив жертвоприношение, утвердив Ютиштиру на царском троне, ты вернешься в Двараку. Вокруг Двараки будет кружиться летающий город нечестивого Шалвы. Ты затрубишь свою раковину с великой мощью и убьешь врага. Как Шива разрушил Трипуру, так и ты в гневе разрушишь летающий город Саупху, угрожающий Двараке. Песни будут петь об этом так, пока плод Адубара не упадет в пасть слону, насекомое на этом плоде будет раздуваться от гордости. Кришна спросил, сколько же останется времени с этого момента до отъезда врач? Нарада сказал, позднее ты уедешь туда. Услышав вопрос Кришны, Нарада задумался. Только несколько дней людей в Кали-югу смогут увидеть Кришну, возвращающегося во врач. Мудрецы обычно делали его возвращение незримым, чтобы скрыть это действие от материалистичных людей и усилить желание в преданных. Однако возвращение Кришны во врач можно увидеть, проверив подобные утверждения в Бхагаватам, Махабхарате и Падмапуране. Красноречивые Снигдаканта и Матуканта, которые удостоятся общения с Кришной, создадут две чампу известного сочинения, что упомянуты в писаниях. В Уттара чампу они обсудят это. Когда Шалва встретит смерть, пандавы сыграют в кости и будут сосланы в лес. Это описывается в Ванапарве Махабхараты. После смерти Шалвы Кришна убьет злонамеренного Дантавактру вместе с Видурадхой у ворот Матуры. Это объясняется в Падмапуране Уттаракханде. После этого возвращения Кришна описано в сокровенной беседе между Шивой и Парвати в Падмапуране. В Бхагаватам также есть множество обещаний Кришны вернуться во врач. Кришна не только должен пообещать, но и воплотить эти слова в жизнь. Он должен поехать туда. Первым, что доказывает это утверждение обитателей Двараки. Его возвращение во врач является доказательством, когда они говорят: «О, Лотосаоки, Господь, когда бы ты ни уезжал в Матуру, Бриндаван или Хастинапур встретиться со своими друзьями и родственниками, каждое мгновение твоего отсутствия кажется нам миллионами лет». Шримад Бхагаватам 1.11.9. Это не случилось в другую кальпу. Во время паломничества на Курукшетру Кришна ясно говорит о времени. «Мои дорогие подруги, вспоминаете ли вы меня?
Ради моих родственников я так долго оставался там, чтобы убить моих врагов. Шримад Бхагаватам 10.82.41. Это подтверждает, что Кришна не вернется во Врадж до тех пор, пока не убьет последнего врага, Видурадху. После этого Кришна появится в своей обители перед пастухами посредством своей сварупа шакти, незримых для материалистичных людей, что подтверждается в Падма Пуране. После того, как жители Враджа посетят Брама Храду, Кришна покажет им свою обитель сообразно их желанию. Бхагаватам описывает намерение Кришны благодаря этому событию. Пастухи думали, дарует ли нам Верховный Господь свою вечную обитель? Шримад Бхагаватам 10.28.11. Раджаваси не знали свою настоящую обитель. Хари явил пастухам ту обитель, простирающуюся за пределами материальной тьмы. Пастухи были особенно изумлены при виде Кришны там, окруженного олицетворенными ведами, возносившими ему молитвы. Шримад Бхагаватам 10.28.15-17. В Сканда Пуране говорится, Матхава и Баларама, окруженные коровами, телятами и мальчиками-пастушками, вечно наслаждаются своими играми. Слово «сада» – «вечно» в этом стихе указывает на то, что Кришна всегда проводит игры во Врадже, даже если он уезжает в Матуру и Двараку, как Вишну, вечно живущий на Вайкунтхе, хотя он может явиться в этот мир к Друве или Гаджендре. Необходимо рассмотреть следующее, когда Путана явила притворную любовь, приняв облик кормилицы и достигла положения кормилицы. Что можно сказать о процветании Враджа, пастухах и коровах Кришны? Голока разрушает страдания, процветание демонов и дарует счастье всем. Врадж и его окрестности, наделенные всем могуществом, подобной Кришне, предназначенный для Кришны и приносящий удовлетворение, встретит Кришну и Балараму. Нужно изучить 12 песен Бхагаватам, чтобы удостовериться в этой истине, применяя силу разума. Другого средства нет. Кришне, когда ты покинешь жертвоприношение, раджасую, чтобы вернуться домой, Дантавакра, желая обманом победить Индру, будет думать, что все терпят поражение только от твоей чакры. Так он приедет в Матуру с желанием сражаться с тобой на дороге, когда ты будешь один без войска или Баларамы. Отправившись в Матуру, и он услышит от меня, что ты убил Шалву и едешь в Двараку. С опечаленным сердцем он покинет Матуру. Путешествующий со скоростью мысли, я сообщу тебе об этом. Взойдя на свою божественную колесницу, ты отправишься в Матуру, исполняя свое желание и укрепляя основу для возвращения во Врадж. Ты увидишь Дантавакру с палицей в руках, идущего из Матуры. Ты бросишь с него свою палицу, когда он побежит на тебя. Подобно Шишупале из рода Чеди, Дантавакра, приближаясь к тебе, расстанется с жизнью, выпустив из рук оружие, сияя светом вечной души. Вот стих об этом. Я равен Биме во владении палицей. Победив потомка Мату, я равный Джарасанте буду править всей Матурой. Думая так, незначительный Дантавакра встретится со смертью. Когда твой гнев разожжет погребальный костер Дантавакры, Видурадха сгорит в этом огне, как жестокое насекомое. Твои слова «Я приеду во Врадж» станут правдивыми, когда ты убьешь палицей Дантавакру и Видурадху чакрой. Так ты избавишь жителей Враджа от страданий и защитишь своих лучших преданных. Ты спросишь людей, живущих рядом с Матурой, о жителях Враджа, которые будут погружены в глубокие чувства на противоположном берегу Ямуны.
После возвращения с Курукшетры в Раджаваси, ожидая твоего приезда, все дни напролет только и думали, какое будет счастье. Пока ты будешь пересекать реку на своей божественной колеснице, которая может передвигаться где угодно по твоему желанию, полубоги осыпят тебя цветами. Затем у тебя появится сильное желание облачиться в пастушеские одежды. Нанда и другие, пересекая реку, поймут, что ты приехал по всепроникающему, несравненному грохоту твоей колесницы и получат подтверждение этому по благоуханию, исходящему от твоего тела. Они побегут тебе предложить своей жизни. Даже находясь рядом с тобой, они будут блаженно взирать на тебя в колеснице, как павлины радостно смотрят на тучи в небе. Волнения они не смогут даже пошевелиться, переполненные чувствами, оцепеневшие, взмокшие от испарины. С поднявшимися волосками на теле, заикающимися голосами, плачущие, теряющие сознание, они будут стоять на расстоянии от твоей колесницы. Поспешно сойдя на землю, ты побежишь к ним со всех ног. Хотя полубоги будут петь и сыпать цветы с небес, ты даже не заметишь этого. С великой привязанностью, благодаря твоей непостижимой энергии, ты подойдешь к каждому из них, каждого обнимешь и с каждым будешь общаться. Ты побежишь к ним со всех ног, хотя полубоги будут петь и сыпать цветы с небес, ты даже не заметишь этого. С великой привязанностью, благодаря твоей непостижимой энергии, ты подойдешь к каждому из них, каждого обнимешь и с каждым будешь общаться. Твое тело и их тела уподобятся единому целому. Обретя тебя, устранителя скорби и дарителя счастья, сердца всех в Раджаваси сольются с твоим. Об этом поют так. Когда Кришна приехал из столицы Ядавов, пастухи впали в блаженство. Когда они обнимались с Кришной, ни они, ни Кришна не могли ясно сказать, он Кришна или я Кришна. Лекарство общения с тобой дарует великое блаженство жителям Враджа, разлученным с тобой, как сатья дхарма аватара для неправедников в конце Кали-юги, как дождевая туча для страждущих от засухи, как новая ганга для всех океанов и озер, когда их выпила гастя. Они будут долго обнимать тебя, застыв, как статуи. Паурнамаси, прежде не показывающая своих чувств, появится там вместе с Матумангалом и Вриндой, окруженной ее спутницами. Видя, что многие в Раджаваси от счастья упали в обморок, тормоша их, они приведут их в чувство и усадят на землю. Вот как это описывается. Встретив Кришну после долгой разлуки, его мать, отец, дядя, женщины, его друзья,
и другие обступили Кришну со всех сторон, общаясь с ним как с самым близким. Рыдая, они забыли, как правильно служить ему, и стояли неподвижно, ничего не говоря из-за слез, давивших им горло. Затем ты доставишь удовольствие всем женщинам, детям, сыновьям, внукам, горбуням, карликам и слугам. Дарука будет стоять поблизости, наблюдая с любопытством, как ты покорен силой премы. Парнамаси, сидя там, скажет, будто разгневалась: «Ох, что же вы, как неразумные дети! Кришна устал в дороге, зачем же вы его утомляете? Поражаясь твоей силой, Яшода и Нанда проявят к тебе сострадание. Ты же будешь с любовью служить им, не обнимая их, а затем вместе со всеми пойдешь к месту, окруженному повозками в центре деревни, в центр деревни. Все будут пытаться служить тебе, но не у всех будет получаться. О сокрушитель Акхи, когда ты приедешь из Двараки после долгих лет, все люди высших, средних и низших сословий прибегут, чтобы служить тебе, но оцепенеют от блаженства. Хотя пастухи не могут в совершенстве служить тебе, наслаждаясь счастьем служения, они удовлетворят тебя. Начиная с самой встречи с Кришной, они будут думать, что он будет есть, где он будет сидеть, где он будет спать. Мать, отец и другие постоянно будут думать об этом. Все твои друзья позабудут свои несчастья и просто будут упиваться общением с тобой. О потомок Дашархи, а твои слуги, служа тебе, будут пить нектар этого служения. Коровы, увидев тебя, какого видели прежде, обезумят от любви к тебе. Когда дети, животные, птицы и деревья Ямала Арджуна проявят любовь к тебе, насколько же больше будет этой любви тех, кто близок к тебе, подобно женам брахманов. Как черепашки поддерживают себе жизнь мыслями о матери-черепахе, так и твои преданные поддерживают себя мыслями о тебе. Баларама, вернувшись в Двараку, сообщит тебе о состоянии всех жителей Браджа. В Харивамше 83-53-55-56 говорится: в одеждах путешественника, сияющей гирляндой на груди, Баларама обнял Кришну. Кришна усадил старшего брата и расспросил о благополучии Враджа, о своих друзьях и всех пастухах. Баларама ответил: «О Кришна, ты спрашиваешь об их благополучии, когда сам являешься благополучием для них всех. В этом состоянии они не поверят, что ты останешься с ними навечно. Они будут думать, что ты не сядешь вновь в свою колесницу, но все же будут опасаться этого. Твои друзья укажут старшим на неблагоприятный признак. Кришна сейчас не в том настроении, поскольку он не питает той же любви к тем, кого он прежде так любил». Услышав об этом, все в Раджаваси, включая твою мать и отца, будут с болью переживать сердце, и их лица увянут от душевного горя. Но ты знаешь сердца всех живых существ, понимая их состояние, ты спросишь их, почему они утратили радость жизни. Они ответят: «Ты знаешь причину нашего горя. Ты скажешь: да, но я держу эту колесницу.
В одеждах путешественника, сияющей гирляндой на груди, Баларама обнял Кришну, Кришну усадил старшего брата и расспросил о благополучии Враджа, о своих друзьях и всех пастухах. Баларама ответил: «О Кришна, ты спрашиваешь об их благополучии, когда сам являешься благополучием для всех, для них всех. В этом состоянии они не поверят, что ты останешься с ними навечно. Они будут думать, что ты не сядешь вновь в свою колесницу, но все же будут опасаться этого. Твои друзья укажут старшим на неблагоприятный признак. Кришна сейчас не в том состоянии, поскольку он не питает той же любви к тем, кого он прежде так любил». Услышав об этом, все в Раджаваси, включая твою мать и отца, будут с болью переживать сердце. И их лица увянут от душевного горя. Но ты знаешь сердца всех живых существ, понимая их состояние. Ты спросишь их, почему они утратили радость жизни. Они ответят: «Ты знаешь причину нашего горя». Ты скажешь: «Да, но я держу эту колесницу, которая стала причиной ваших сомнений, для служения вам. Я объясню вам, что вы неправильно поняли мои слова. Прежде я объяснил, теперь же, отец, вам всем следует вернуться во Врадж. Мы непременно навестим вас, наших дорогих родственников, которые страдают разлуки с нами, после того, как подарим хоть немного счастья любящим тебя друзьям». Слово «родственники» указывает на то, что я буду жить среди вас. Я говорю, что увижу вас, поскольку всегда видеть вас – цель моей жизни. Утава скажет: «Непогрешимый Кришна, повелитель преданных, скоро вернется во Врадж на радость своим родителям». Кришна уже расправился на борцовской арене с Камсой, врагом Ядовов, и теперь он непременно исполнит свое обещание и вернется к вам. Шримад Бхагаватам 10.46-34-45 стихи. Объяснение слов Утавы. Хотя Кришна, повелитель Ядовов, саттватампати, исполненный шести достояний, он принимает положение «приям виттасяте» – обители высочайшей радости, как любимый сын Нанды и Яшоды. Он непогрешим, ачута, поскольку он останется с вами, ведь он пообещал. Это означает, что он сдержит свое обещание, он ответит благодарностью на вашу прему, возместив вам за ваши страдания, причиной которым был его отъезд. Кришна думал: «Я приехал в Матуру, чтобы убить Камсу, так как он причиняет страдания Васудеве, который не отличен от Нанды. Я думал, что быстро убью его и вернусь. Я исполнил желания друзей и сражался со многими демонами. Если я вернусь, как только устраню все трудности, куда же я еще поеду после этого? С позволения Нанды, все присутствующие попросят тебя, если ты останешься здесь, тогда мы хотим, чтобы ты взял себе множество жен. Если этого не случится, великое несчастье постигнет нас. Выслушав их просьбу, ты опустишь взгляд и подумаешь, они использовали слово «гриха», «дом» в значении «жена». Интересно, угадывают ли пастухи мои мысли? Пусть будет так, Паурнамаси с совершенным знанием, устраивающее все происходящее, создаст настроение великого счастья, согласно этой просьбе. Она устроит все как нужно. Затем ты скажешь: «Рохини и Баларама должны приехать из Двараки, они поспособствуют дальнейшим событиям». Потом ты прикажешь своему колесничему Даруке: «О, Дарука, ты известен своей силой, поезжай немедленно в Двараку и привези сюда моего брата и мать Рохини». Потом ты, подумав, скажешь: «О,
Так же и Утава пусть приедет сюда. Выразив тебе почтение, Дарука привезет их на пол мухурты на колеснице, быстрой, как ветер. Нанда и другие удивятся и с радостным сердцем, играя на музыкальных инструментах, примут их с такими же чувствами, как принимали тебя. Спустя 3 или 4 дня Баларама и другие доставят тебе радость, устроив твою женитьбу на гопи Враджа. Ты крепко связан узом их премы. А они крепко связаны твоей премой. Что же еще им желать? Все почтенные и уважаемые люди встретят юных гопи, все гопи, которые поклонялись богине Катьяяне, такие как Даня, обретут удачу. Баларама и Утава оба весьма искусные, зная все подобно Кришне, будут хранить молчание. Нанда и Яшода, выбрав девушек, довольные отправятся к Парунамаси, и после поклонения ей сообщат ей обо всем. Парунамаси скажет: это благоприятно, но почему же не принять Радху лучшую из всех? Нанда и Яшода удивятся: кто эта девушка по имени Радха? Парунамаси ответит: она дочь мудрого Вришабхану. О, Парунамаси, мы не знаем о ней, пожалуйста, расскажи. Улыбнувшись, Парунамаси ответит: есть множество других девушек, которые поклонялись богине Катьяяне. Расскажи нам, если мы достойны этой милости. Вы не знаете об этих удачливых девушках. Они вышли замуж в других обликах-двойниках, созданных Майей. В действительности эти замужества эфемерны, как сон. Таким образом, их сожительство с их мужьями не нарушает законы морали. Никакие мужчины не могут прикоснуться к будущим женам Кришны. Я раскрыла это вам двоим. Эти девушки касались только Кришны. Они могут владеть собой только благодаря моим успокаивающим словам. Но теперь они будут жить, словно отдали свою жизнь. Не только я, но и все жители Враджа знают об этом. Все помнят, что они испытывали после отъезда Кришны в Матуру. Шугадева Госвами и другие мудрецы опишут это. Прежде перед отъездом Кришны гопи думали: когда Кришна бросает на нас игривые взгляды, мы, истязаемые стрелами Бога любви, застываем, словно деревья, и не замечаем, что наши волосы и наряды пришли в беспорядок. Позднее они говорили: давайте же подойдем к Матаве и остановим его. Что смогут сделать нам старшие члены семьи и другие наши родственники? Они забывали всякий стыд и громко взывали: «О Говинда, Дамодара, Матава!» Говоря так, гопи, чья речь, тело и ум были без остатка отданы Говинде, отложили все свои привычные дела, ведь теперь рядом с ними был посланец Кришны Утава. Постоянно вспоминая о подвигах, которые их возлюбленный являл в детстве и юности, они пели о них и без всякого стеснения горько плакали. «Ради Кришны, о потомок Дашархи, мы оставили наших матерей, отцов, братьев, мужей, детей и сестер, даже несмотря на то, что эти семейные отношения очень трудно порвать». Шримад Бхагаватам 10.65.11. Гопи Вриндавана бросили своих мужей, сыновей и других родственников, расстаться с которыми невероятно трудно, и сошли с пути целомудрия ради того, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Мукунды, которого следует искать, постигая веды. Шримад Бхагаватам 10.47.61.
Упоминание мужей и сыновей Гопи здесь не означает действительных мужей и сыновей. Я отвечу согласно вашему вопросу. Если вы думаете иначе о Радхе и других Гопи, тогда я отвечу и на это тоже. Того, кто привязан к Кришне, вернувшему сына Гуру из обители Ямы и сокрушившему демона Акху, не может коснуться и тень греха. Кришна и его преданные проявляют стыдливость только из уважения к обычным законам. Гопи имеют отношение с Кришной как его жены, поскольку это их вечное состояние анадисита. Гаутама и другие мудрецы, создавшие разные мантры, говорят об этом. Баларама и Утава знают это. Можете спросить их, иначе они не были бы достойны передавать послание от Кришны Радхе. Нанда и Яшода спросят, а наш сын знал об этом? Да, однако теперь из-за препятствий он и не думает об этом. Знает ли он, что они готовы отказаться от самой жизни ради него? Как я уже говорила, он знает все, ответит Парунамаси. Прежде Кришна рассказал все Утаве, Шукадева Госвами говорит о Кришне так: «Дорогой Утава, отправляйся во врач и порадуй наших родителей, еще утешь гопи, страдающих в разлуке со мной. Передав им письмо от меня, умы этих гопи всегда устремлены ко мне, и вся их жизнь посвящена мне. Ради меня отказались они от всего, что связано с телом, отвергнув и обычное счастье в этой жизни, и религиозные обязанности, которые помогают обрести его в будущей жизни. Они любят только меня, поистине я их душа, я всегда защищаю таких преданных, ибо ради меня они отказались даже от исполнения своего долга. Дорогой Утава, для жительниц Гокулы я самое дорогое из всего, что есть на свете. Вспоминая обо мне, находящемся так далека от них, они лишаются покоя от разлуки. Вспоминая обо мне, находящемся так далеко от них, они лишаются покоя от разлуки. Безраздельно преданные мне юные гопи еще живут лишь потому, что я обещал вернуться к ним. Шримад Бхагаватам 10.46.3-6. Обещание Сатсандеша было следующим. Поскольку вы полностью поглощены мыслями обо мне и отказались от всего в этом мире, вы всегда помните обо мне, и потому очень скоро обретете мое общество. Шримад Бхагаватам 10.47.36. Слова «мам да и там, возлюбленная име валавай», мои гопи все проясняют. Для гопи, которые отдали Кришне всю свою жизнь, нет другого выбора, чем быть его женами. Кришна спросил, а что дальше? Нарада ответил. Затем Нанда и Яшода подумали, мы понимаем, что Рата и другие девушки страдают даже сегодня в замужестве. И даже дхарма не помогает им, их желание выйти замуж за нашего сына не покидает их. Скорее, оно только усиливается. А вслух они сказали, что будут думать люди об их замужестве, устроенном Майей. Парунамаси ответит, у Майи есть естественная склонность скрывать, но с течением времени все тайное становится явным. У нас есть преимущество. В исполнении своих желаний, нежели у других. Ваше сильное желание устроить их замужество очень скоро исполнится. Нанда и Яшода спросят, как все эти девушки видят свои отношения с ним.
Однажды мудрец Дурваса сказал им: «Он станет вашим мужем». Гопи не поняли, о чем говорит мудрец. Но позднее, когда Кришна отправился в Матуру, к ним пришло понимание слов мудреца. Утхава раскроет намерение Кришны. Радха также скажет: «Как прискорбно, что Кришна, мой возлюбленный супруг, живет в Матуре». Нанда и Яшода скажут: «Если это случится, их свекрови весьма печалятся». Парнамаси ответит: «Как могут все эти целомудренные девы, сладостные как мед и наделенные великой любовью, вынести гнетущий жар солнца неодолимого горя? И Кришна, поднявший холм Говардхан, искусный во всем глава своей династии, должен стерпеть это тяжелое бремя, однако их родичи не будут страдать». Брама сказал: «Что же осталось обитателям Вриндавана, отдавшим тебе все, свои богатства, друзей, близких, тела, детей, сердца и саму жизнь?» Шримад-Бхагаватам 10.14.35. Шукадева Госвами сказал: «Они предложили Кришне свою жизнь, самих себя, родственников, богатство и все, что у них было». Шримад-Бхагаватам 10.16.10. Так они смогут обрести вечное счастье. Нарада продолжал, улыбнувшись Парунамаси, чтобы прояснить это, скажет: «Сейчас вы не можете воспринять всецело серьезность положения, поскольку ваш сын своими блаженными играми не очаровал всех, включая так называемых мужей гопи и их отцов. Но, будучи стеснительным, он не приведет их к вашему дому». Хотя эта тема скрыта, Вараха Варахпуране раскрывает ее. В игре в кости Кришна выиграл всех гопи и их богатство. Пастухи привели их и предложили Кришне. Нанда и Яшода просят, как их отцы и близкие отреагируют на это. Подтверждение все, что я объяснила, что замужество гопи на пастухах было иллюзорным, и проясняя все вопросы, они приведут следующий пример. Эти девушки подобны ланям, которые страшатся прикосновения змеи, но отдают свою жизнь черному оленю. Те, кто хотят выдать этих девушек за других мужчин, подобны жестоким охотникам. А что ты скажешь относительно саки, которые поклоняются Радхе? Парнамаси ответит: «Когда я спросила их, они сказали, как Сита подверглась опасности, исходящей от Раваны и Рукмини, от Шишупалы, Радха и другие гопи подверглись опасности в домах других мужчин. Как могут их подруги терпеть все это?» Нанда и Яшода спросят: «Что ты скажешь о страданиях Радхи и гопи?» Гопи полностью отдадут свои сердца Кришне, отдадут ему себя, будут зависеть только от него, станут полностью с ним единым в чувствах любви и поглощенными только им. «Будут ли их осуждать?» – спросят Нанда и Яшода. «Так как я умею искусно раскрывать их чувства, я сказала им, что некоторые люди говорят: у этих гопи есть немного любви к Кришне. Их любовь сильна только при особых обстоятельствах, в страхе, усилиях и скрытности. Это желание любви возникло в их сердцах из-за страха перед их мужьями. Услышав это, гопи разгневались и покраснели, подобно цветам патала. Они сказали: «Ох, пусть эти препятствия останутся с нами,
Ни одна женщина не должна думать ненавистно о втором муже. Мы не понимаем, как препятствия могут усилить прему. Он объект наших мыслей. Хотя Кришна постоянно был с гопи, и никого подле них не было, им казалось, что его стопы все время обновляются. Здесь, дорогие друзья, мы остановимся. Мы прочитали третью часть 33 главы. Исполнение всех желаний Гопалачампу. И если будет удача, завтра почитаем четвертую часть. Спасибо большое. Его божественная милость Шрила Джива Госвами, Прабхупада Киджая, Шрила Прабхупада Киджая. Всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху Киджая. Не дай гора Премананде. Хари Кришна, спасибо большое.